28 февраля в физико-техническом институте КФУ имени Вернадского прошел День открытых дверей, на котором присутствовали школьники со всех уголков Крымского полуострова. Директор института Марина Глумова представила общую информацию об образовательном и научном процессе, о перспективах дальнейшего развития и практического применения полученных знаний. Заведующие кафедрами более подробно осветили потенциал базового образования, включая научную составляющую. Рассказываем о том, чем мы занимаемся. И эта информация позволит ребятам определиться, чем им в будущем, так сказать, хочется заниматься, и куда бы они направили свои усилия. Сейчас перед страной стоит проблема, кадровый потенциал устаревает. Необходимы новые кадры, новые мозги, свежие идеи, свежий взгляд на развитие процессов и развитие технологий. Поэтому технические дисциплины, а физика – это одна из ведущих технических дисциплин, если сказать ведущая, вот эта наука становится востребованной, к счастью. И я думаю, что люди, которые свяжут свою жизнь с этой наукой, которая является очень разнообразной, начиная от звездной динамики, заканчивая устройством мобильного телефона и какой-нибудь детской игрушки с какой-нибудь простой микросхемой. Это вот все физика. Поэтому люди, которые свяжут свою жизнь с этой деятельностью, я думаю, что и не прогадают. Для будущих абитуриентов студенты физико-технического института провели экскурсию по учебным классам и лабораториям, которые оснащены необходимым оборудованием для базового образования и научной деятельности. Я буду поступать здесь, на специальности техническую физику, может быть, физику твердого тела. Я планирую, можно сказать, очень углубленно изучить физику, не просто вот на приобретение какой-то специальности, а, может быть, более каких-то высоких целей достигать. Заканчивать не просто какую-то специальность, а становиться там деятелям, ученым. В физико-техническом институте случайных студентов не бывает. Каждый абитуриент делает свой выбор взвешенно и осмысленно, с полным осознанием того, что образование – это фундамент будущих открытий и достижений.